Здравствуйте, меня зовут Головкина Юлия Владимировна, я врач-косметолог и тренер компании «Корниаль». И сегодня мы с вами поговорим про профессиональные роллеры, длину иглы и как их использовать. Для профессионального применения лаборатория Clinical Resolution выпустила 5 роллеров. Все роллеры сделаны из хирургической стали, покрытой родиевым напылением и изначально стерилизованы гамма-излучением. Каждый роллер имеет свой собственный индивидуальный номер, который расположен на ручке. Серийный номер инструмента – это показатель его безопасности и гарантия качества. Этот же номер я обязательно записываю в карточку для клиента, обязательно записываю на саму коробочку и также пишу фамилию, имя, отчество пациента. Это необходимо для того, чтобы мы с вами гарантировали нашему пациенту использование именно его роллера, потому что все роллеры предназначены только для индивидуального использования. Все роллеры располагаются в специальном оргалитовом футляре, который препятствует повреждению при транспортировке. Роллер обязательно должен быть всегда в подвешенном состоянии. Никогда мы с вами роллер не кладем на горизонтальную поверхность, потому что иголочка у нас с вами затупится. И вместо того, что мы будем производить с вами синтез неоколлагенеза, мы с вами можем травмировать кожу и вызвать процессы рубцевания. Данная конструкция футляра позволяет роллеру всегда быть вот в таком подвешенном состоянии и не касается сам непосредственно стенок футляра. Иголочки роллера расположены строго в вертикальном положении и в линейном расположении. То есть это нам с вами обеспечивает равномерную перфорацию для запуска синтеза коллагена. Это будет истинный неоколлагенез без риска образования рубцовой ткани. Иголочки тоньше человеческого волоса 0,07 мм, но благодаря тому, что сам роллер изготовлен из высококачественной хирургической стали, это абсолютно безопасно. Мы с вами нигде не потеряем иголочку. Кроме того, иголочки не приклеены на сам барабан, а именно впаян внутрь барабана. Диаметр и длина барабана составляет 2 см, количество иголочек 200 штук. Это оптимальное количество игл для того, чтобы мы с вами запустили все процессы, направленные на уплотнение кожи, на разглаживание морщин, на сужение пор, на качество кожи. Существует несколько видов роллеров для профессионального применения. Есть роллеры для косметологического применения. Длина иголочек составляет 0,5, 1 и 1,5 мм. Есть роллеры для хирургического применения, длина игл 2 и 3 мм. Роллеры длиной игл 0,5 мм предназначены для работы в периорбитальной зоне, в периоральных зонах, тонкая кожа шеи, декольте и кистей рук. Также данная длина иголочек хорошо работает с пигментацией. Роллеры с длиной иглы 1 мм предназначены для более плотной, пористой кожи, работа с постакне, работа по телу и работа с такими достаточно поверхностными рубцами. Вообще в моей практике роллер 1 мм – это такой самый ходовой роллер, чаще всего я им работаю. Для волосистой части головы мы применяем роллеры диаметром 0,5 или 1 мм. Все будет зависеть от плотности кожи. Роллер 1,5 мм предназначен для работы по телу, работы с стрии, растяжки и уже работа с рубцовой тканью на лице в том числе. Роллеры длиной иглы 2 и 3 мм относятся уже к хирургическим инструментам. И я не рекомендую их косметологам использовать в своем кабинете. Такие роллеры предназначены для лечения рубцовой ткани различной этиологии. Эти роллеры прекрасно справляются и с гипертрофическими, и с атрофическими рубцами.